Здравствуйте. Магазин nsk.fun.ru приветствует вас. Хотим познакомить вас с новинкой сезона, а именно смартфоном Lenovo P780. Долгожданная модель, которая пришла на смену теперь своему младшему брату P770. Обе эти модели отличаются тем, что имеют огромную батарею по современным меркам. В данном случае P780 имеет батарею 4000 мАч. Давайте мы откроем заднюю крышку и посмотрим на эту батарею. Крышка у нас металлическая. Итак, вот эта батарея. 4000 мАч. Но обратите внимание, что батарейка встроена в корпус смартфона. И для того, чтобы вы ее не открыли, вот здесь вот находится рядом с моим ногтем пломба. Для того, чтобы эту батарею достать, необходимо весь смартфон разобрать. Мы это, конечно, делать не будем, иначе мы нарушим всевозможные мыслимые и немыслимые гарантийные обязательства. Итак, значит, это первая его и самая важная особенность. Очень и очень длительное время работы на одном заряде. Так, вторая особенность, которая тоже встречается только у очень дорогих смартфонов, а именно у него есть система активного шумоподавления за счет второго микрофона. Второй микрофон у него находится вот здесь. Соответствующая дырочка, сейчас вот я ноготь поднесу, чтобы она была видна, вот. Для этого микрофона находится на задней крышке. Основной же микрофон находится вот здесь. Так, и у него есть еще одна, тоже исключительная особенность. Это наличие магнитного замка. На самом деле, это я первый раз встречаю. Итак, что же это такое? Ну, для того, чтобы это показать, вот возьму магнитик. И поднесу вот к этой части экрана. Обратите внимание, смартфон автоматически блокируется. То есть обычно мы эту блокировку делается с помощью кнопки включения. Каким образом это применяется? Вот возьмем другой чехол, другой смартфон в специальном чехле. В данном случае у этого чехла, вот здесь вот обратите внимание, есть внутри магнит встроен. Это сделано для чего? Что когда вы откроете, смартфон автоматически разблокируется. Если вы его закроете, он автоматически заблокируется, и вам не будет требоваться нажимать вот на эту вот кнопочку. Мы покажем, что он действительно там не горит. Так, причем, опять же, это датчик. Магнитный замок, он совершенно не связан с другими датчиками данного смартфона. Ну вот программка Android Sensor Box показывает, какие датчики в нем есть. Ну, датчик приближения, акселерометр, датчик света, датчик ориентации, гироскоп, магнитный датчик. Открою магнитный датчик. Если я буду подносить вот к этой части экрана, видите, магнитное поле прыгает. Магнитное поле он ощущает, но это его никак не блокирует. Если же я поднесу вот сюда, к краю смартфона, смартфон блокируется. Спасибо за внимание. Это были главные особенности смартфона Lenovo P780.